Биография Александра Феклистова. Александр Феклистов – это актер, в фильмографии которого можно без труда отыскать огромное количество замечательных ролей. На протяжении своей карьеры он снимался в комедиях, боевиках, в драматических фильмах, а также в кинолентах других самых разных жанров. Подобная многогранность сделала нашего сегодняшнего героя популярным и уважаемым актером. А вместе с тем, главным персонажей нашей новой биографической статьи. Ранние годы, детство и семья Александра Феклистова Александр Феклистов появился на свет 7 декабря 1955 года в городе Надневой, который в тот период носил название Ленинград В детстве он был самым обыкновенным ребенком Единственной его отличительной чертою было лишь страстное увлечение актерским искусством Он любил театр и любил кино Именно поэтому мечтать о карьере профессионального актера наш сегодняшний герой начал уже очень и очень рано. Отец Александра был военным, поэтому семья частенько переезжала, а мама работала в библиотеке. Вскоре семья переехала в Москву. Мальчик учился в школе номер 773. Мечты об успешной карьере в мире искусства привели молодого парня в студию известного актера Вячеслава Списивцева. В этом месте он одновременно учился и работал. Подобное положение дел сохранялось целых шесть лет. Оставив театральную студию Списивцева, наш сегодняшний герой решил сразу устроиться на работу в какой-нибудь более престижный театр. Феклистов обивал пороги, часто бывал на прослушиваниях, однако везде и всюду слышал одно и то же «Спасибо, мы вам позвоним». Однако звонков после этого, разумеется, не следовало. Молодой актер медленно терял веру в себя, а вместе с ней и драгоценное время. В итоге Александр Феклистов решил сходу попытался поступить в какой-нибудь театральный вуз. Но и здесь стал один за другим получать отказы. В итоге он потерял целый год, в течение которого перебивался случайными заработками. Лишь только в следующую вступительную кампанию Александр Феклистов сумел таки наконец поступить в высшее учебное заведение. Таковым стала престижная школа «Студия МХАТ», где молодой актер стал заниматься на курсе Олега Ефремова. Педагогом по актерскому мастерству здесь, кстати, был один из любимейших актеров Феклистова, Андрей Мехков. Именно в этот период наш сегодняшний герой позабыл все былые тяготы и начал думать, что все это судьба. Молодой актер был счастлив находиться среди признанных мастеров, а потому на всех занятиях выкладывался с особым усердием. Во время учебы в Амхате Феклистов запомнился как один из самых амбициозных учеников. Он старался изменить сам подход к театральным ролям, а потому очень скоро стал заметной личностью во всем театре. Карьера актера Александра Феклистова, театр и фильмография. Диплом об окончании школы студии МХАТ наш сегодняшний герой получил в 1982 году, после чего сразу же был принят в Московский художественный академический театр. На местной сцене Александр Феклистов исполнил огромное множество замечательных ролей. Дни турбинных, уходя, оглянись, бал при свечах, призраки среди нас, пиквикский клуб. Все это далеко не полный список ролей замечательного российского актера. Кроме того, на протяжении всей своей карьеры Александр Феклистов часто играл в антрепризных спектаклях, а также появлялся на сцене некоторых других театров. Подобная многогранность сделала его заметной личностью в театральной среде, а также принесла ему многие престижные награды. В 1993 году Александр стал лауреатом премии «Хрустальная роза», которая была вручена ему за роль в спектакле «Нижинский». После этого он также получил золотую маску за постановку «Башмачкин», а затем премию «Чайка» за роль в «Гамлете». Помимо этого в его коллекции есть премии имени Смоктуновского, а также некоторые другие награды. Не менее яркой была также и карьера Александра Феклистова в мире кино. Среди его лучших работ сыгранных на разных этапах карьеры, значатся такие ленты, как «Любовь с привилегиями», «Год собаки», «Подмосковные вечера», «В августе 44-го», «Упасть вверх», а также некоторые другие ленты. Кроме того, большую славу актеру также принесли роли в различных сериалах. Среди таковых выделим телевизионные проекты «Империя под ударом», «Катя», «Военная история», а также три сезона успешного комедийного сериала «Сваты», где наш сегодняшний герой сыграл вместе с Федором Добронравовым, Татьяной Кравченко и Людмилой Артемьевой. Среди лучших экранных работ талантливый петербургского актера отдельно стоит выделить многосерийный фильм «Чехов и К, в рамках которого Александр Феклистов сумел реализовать себя не только как актер, но также и как сценарист и режиссер-постановщик. Проект получил довольно высокие рейтинги. Теплых отзывов удостоилась также и работа нашего сегодняшнего героя. Однако, несмотря на это, больше работать в качестве режиссера и сценариста Александр Васильевич не стал. Причина подобного решения неизвестна. Александр Феклистов в настоящее время. В настоящее время талантливый петербургский актер продолжает трудиться на ниве российского театрального и кинематографического искусства. Он играет в антрепризных спектаклях, а также часто появляется на телевизионных экранах. Среди его наиболее заметных работ последнего периода можно назвать фантастический фильм «Обитаемый остров», лирическую драму «Не такой, как все», а также популярные сериалы «Последний из Магикен», «Дневник доктора Зайцевой», «Ялта-45» и некоторые другие проекты. К моменту написания данной статьи последней работой в карьере Александра Феклистова был шестой сезон уже упомянутых выше «Сватов». О новых работах нашего сегодняшнего героя пока ничего не известно. Личная жизнь Александра Феклистова. О семейных отношениях актера известно сравнительно немного. Феклистов женат на женщине по имени Елена. Супруга Александра Васильевича работает экономистом на российском телевидении. У него трое детей и внук, которого подарила ему старшая дочь. Кроме того, в семье есть любимая собака – дворняжка Нюша. По словам родных актера, в жизни он является настоящим интеллигентом. Общаться с ним очень приятно, поэтому вокруг Александра всегда вьется огромное количество друзей.